Всем большой привет! Девочки, в прошлом влоге, когда мы с вами смотрели мой уход, мы обратили внимание на комод, я обещала вам тут чуть-чуть прибраться, и некоторые девочки попросили показать, чем же я заполнила этот комодик. В общем, украшения сюда не переехали. Здесь остался только один контейнер. Тут косметичка месяца, в принципе. И второй контейнер я разобрала. Здесь контейнер будет меняться, здесь будут помады на месяц, которые у меня вращаются из косметички в косметичке, что-то остается и в конце месяца убирается, то есть с первой косметички до третьей тут вот как-то все будет фигурировать. Здесь мне тоже удобно все оставить, там все под рукой удобно, этот контейнер тоже оставляю. И что у меня здесь? Сверху я чуть-чуть разрядила, помад тут стало меньше. Верхние два ящика в прошлом обзоре я вам показала, какие тени я сюда оставила, чтобы были под рукой. Здесь Color Pop и другие такие вот, ну, полукремовые, кремовые тени-однушки. Так, что у меня тут появилось? Здесь бальзамы цветные, практически все открытые. С этой стороны добивашки тени, либо уже с донышками, либо вот-вот будут донышки. И мне их удобнее здесь держать под рукой, чтобы не терять. Вот. Здесь именно маленькие палеточки. В следующее отделение у меня попадают, в принципе, тоже добивашечки. Здесь хайлайтеры с румянами вот справа. И с этой стороны помадки в пробниках. И помадки жидкие такие вот, которые тоже палеточку хочется мне в этом году доиспользовать, если получится. Тоже, чтобы далеко тут нигде по комоду не валялось, убрала туда. И то же самое вот здесь. Три продукта, четыре даже, для лица, которые у меня, как бы, чтобы не терять в косметичке, добиваются. Плюс у них сломанные крышки, они откроются, если их попробовать поставить как-то вертикально. И горизонтально так их хранить удобнее. И вот тут тоже с донышком хайлайтер, который хочется иметь под рукой. Ну, вот тут тоже хайлайтер кремовый, который также будет вроде и под рукой, и в то же время как-то убранный. Вот. Так я решила организовать этот комод. Ну, а здесь косметичка тоже будет меняться. Получается, вот эти два контейнера, они у меня, это моя косметичка месяца. Можно их, конечно, переделывать. У меня есть обычные косметички. Иногда я все перекладываю в них и складываю вот на эту верхнюю полку. Ставлю либо чемоданчик от Marie Kay, у меня косметичка. Но сейчас там... Но с этой стороны просто крем и коробочка пустая из-под набора Миша. А с этой стороны палетки я сложила, тени мы с вами когда разбирали. И палетки отложила, в которых есть румяна, пудра, хайлайтеры, вот что-то такое. И мне пока их некуда просто положить, и полку они у меня заняли. А так на эту полку пойдет вот эта корзинка на самом деле с косметикой. И комод будет вот так. То есть просто по стенке что-то размазано. Как только я отсниму остатки косметики, хайлайтеры, румяна, мы с вами все пересчитаем, бронзеры, скульпторы, то те палеточки, которые мы с вами сейчас увидели, они у меня уйдут отсюда в ящичек. Так, ставлю я теперь камеру на штатив и обещала вам показать серьги. Мы с вами некоторые серьги уже смотрели. Они у меня складируются вот в такой симпатичный домик. Когда разбирали сумки, нашли несколько тут золотых украшений, которые я хочу сдать, так как это либо кулон без цепочки, либо потерянные, как они называются, серьга одна потеряна, и вот вторая осталась. И у меня в этом вот, ну, как, контейнере, да, или чашечке, как мне встать, давайте я как-нибудь так встану, чтобы вам было видно, находится то, что я ношу в этом году. И сюда я добавляю что-то. Очень нравится вот это украшение строго по шее. Брала его себе мама. Но носила она как браслет, а я ношу на шее. Красиво смотрится. Серьги, которые я в этом году на лето достала. Вы их в этом году не видели. Девочки попросили, если я что-то достану, вам показать. Смотрите, какая прелесть. Ну, реально прелесть. Мне их подарил сын. Года два назад... Мне подарил их Максимка, они мне поэтому особенно дороги. Также вам в ролике, в одном из роликов макияж мы делали, показала вот эти серьги.
Кто-то из девочек спрашивал даже про них. На Алиэкспресс можно подобные найти. У меня несколько подобных серег, потому что мне вот такой формат очень нравится. Мы с вами сейчас, кроме того, что я вам покажу, посмотрим еще некоторые, которые я сейчас с вами достану. Также достала без вас вот эти. Муранское стекло. Посмотрите, какая прелесть. Оно прям вот как будто цветок там где-то внутри находится. Смотрится симпатично. Я люблю подобные вот серьги стеклянные. Эти вы у меня видели, они у меня уже фигурировали. Но мне кажется, они подобные предыдущим. И я их уже не один раз и в Инстаграм, кто смотрит мои фотографии, видели, мелькали. И, наверное, в роликах я в них тоже уже мелькала. Так, вот эти серьги вы видели. Грозди сирени. Когда макияж я показывала. Реально красивые. Прямо лето-лето. Подобные сережки. Это подарок. Полимерная уже глина. Ой, куда я вам показываю. Мне камеру не видно, я сбоку. Просто тут свет так падает, что либо я его с собой закрою, либо в сторону отбегу. Так, эти я вам тоже, в принципе, показывала. Мы сейчас не все будем смотреть. Так, кольца мы отдельно смотрели. Здесь же у меня почему-то в это отделение сюда попадают резиночки для волос. Потому что на ночь... Оно мне стоит около кровати, и когда на ночь я ложусь, и вдруг волосы были заколоты резинкой, я ее снимаю, и получается, что... Куда ее положить, чтобы она как-то не маячила? Ну, естественно, сюда же запуливаю. Так, вот что у меня еще. Красота какая, посмотрите. Обожаю вот эти вот с камнями серьги. Сейчас покажу. И тоже с камнями. Натуральные вот эти. Если серьги с камнями, то я очень люблю именно вот такие удлиненные варианты. Восхитительные. Что те, что эти. Вот эти, получается, я ношу, когда у меня что-то желто-оранжевое. А вот эти как раз, вот видите, вот из этой серии. Так, а где у меня вторая-то? Где-то должна быть вторая. Тут я так вот навскидку-то и не вижу, куда я ее запулила. Так, Синтия подарила. Прямо только-только. Вообще обожаю. Настолько они красиво, дорого, благородно смотрятся. Вот так. Их можно тоже отнести вот сюда. Синенькие. Набралась мужества, залезла в маминой сережки, достала вот эти вот с гранатами, но носить не могу. Мама такие серьги любила носить. Вот у них очень толстая вот эта вот мочка должна быть широкая. У меня очень узко проткнута мочка, и мне больно вот эту вот часть носить. А так вы посмотрите, какая красота. Вот, хотела как бы в память о мамочке поносить, но не получилось. Так, вот это тоже у меня от Синтии приехало. А куда я вторую-то вот эту делаю? Что-то я никак не пойму. Интересно. Вот такие красавицы зелененькие от Синтии приехали. Вот их две. Тоже вот от мамы достала. И та же самая история. Вот такие серьги. Ну вот не могу я вот такое вот оформление. Так что я обратно мамочке верну эти и вот эти с гранатиком. Вот эти красавицы. Очень люблю я вот эти серьги. Как вам показать их поправильнее? Вот так. Здесь камушки симпатичные очень. Сваровски. И вот это Сваровски. Тоже посмотрите, какая красотень. Удивила. Удивила меня вот одна серьга. Куда у меня вторая-то делась? Мне прямо интересно. Куда-то я ее, видимо, либо я уронила, либо надо с Люси требовать. Скорее всего, Люсина она забралась. Так, чуть не улетела. И вот такие здесь еще серьги. Ношу время от времени. Но мы сейчас с вами, девочки, залезем вот сюда. Вот он мой контейнер. И кое-что оттуда сейчас достанем.
в использовании мне. Носила. Уже носила вот это украшение. Так, а как мы с вами? Давайте я поставлю так, чтобы мы и с вами могли смотреть. И я вам показывать. Посмотрите, какая прелесть. Очень красиво под платье, которые длинные. Прям восхитительно смотрится. Так, из этого отделения... Тут, наверное, я ничего не буду сейчас доставать. Следующее сразу переходим. А вот в следующем... Так, как сделать? Опаньки. Скрипучее отделение. Вот, я вам хочу что показать. То, что я точно достаю. Для меня это настолько красиво. Вот. Это прямо Индия. И видите, тут удобные уже петельки. Ушки вставлять. И тут хотя и не гранаты, как вот у мамы, да, но вот мне нравится вот подобное оформление серег. Так, вторую достаю. Сейчас я вам покажу. Вот она, вторая. Сюда ее. Далее вот что еще хочу я достать. Вот эти. Нравятся они мне тоже. Вообще мне такой формат очень нравится. Где она? Вторая. Вот они. Они, конечно, дешевле выглядят, чем вот эти. Эти круче. Но все равно мне нравятся такие. Так, и из этой же серии, но уже такие очень оригинальные. Вот так выглядят. Где? И вот такие. Вот. Это то, что я прямо мега люблю. Это я все достаю, потому что такие серьги мне нравятся не только на лето, но и на осень они тоже подходят. Так. Вот эту вторую нашла. И где-то. Ну, сейчас найду. Так, муранское стекло. Это, конечно, осень. Но вот, посмотрите, какие. У них тоже вот эти швензы. Петельки, они вот здесь вот идут на расширение. И тоже вот эта вот часть, если попадает к мочке, к моей тонкой вот дырочке, мне больно. Мне так нравятся серьги, но вот носить я их не могу, к сожалению. Так, вот она, еще одна красотка. Так, и лето-лето. Здесь у меня вот такие летние серьги. И подобные им вот такие. Мне Лера с Израиля присылала большие длиннючие серьги, и я их переделала вот на два таких варианта. Сейчас я вам оба варианта покажу. Вот. Видите, теперь у меня под зеленые наряды, под желтые наряды. Вот два варианта вот таких вот на лето сережек. Так, сюда их. А где у меня? Наверное, вот эти будут красиво тоже на лето смотреться. Гроздочки. Так, достанем. Сюда их. А то лето уже скоро закончится, а я еще не все поносила. Наверное, все. Вот эти мне надо мочить. Они деформировались тут. Пока валяются, лежат. Нет, это я не хочу. Еще знаете, какие есть, в принципе, оригинальные? Вот. Их тоже можно достать. Они тоже смотрятся классненько в ушах. Может, в каком-нибудь ролике появлюсь в них. Эти я не достаю. Такие я надеваю только вот в конкретном случае, когда вот реально я понимаю, что нужно вот такие надеть. Хотя, вы знаете, красную сумку уже я скоро буду выгуливать. А вот... Серьги у меня такие вот бордовенькие, наверное, только эти. Поэтому я думаю, что можно взять с собой такие. Ладно, давайте их тоже достанем. Все. Мы уж все перекладывать с вами не будем. Да, здесь все. Что у нас тут? Ой, вот тут есть вот такой листик.
покажу. По-моему, это Oriflame, или я путаю. Откуда этот листик красивый? По-моему, Oriflame. Ой, какой красивый. Достаем. Но я его достану вот сюда наверх, но не знаю, когда я буду носить. Так, и вот такой четырехлистник. Это клевер, да, получается? Это клевер. Я его тоже достану, потому что я такие вещи очень люблю. Вот эту я хотела еще. Цепочечку. Или бусики с узлом. Они удлиненные. Красивые тоже. Смотрится симпатично. Это вот можно вот к этим красным розам даже отнести. Так, ну, к серьгам я их класть не буду. Так, что у меня тут еще интересное? Из такого вот прямо, что хочется показать. Может быть, еще вот эту вот посмотреть. Даже не показать, а посмотреть. Лису. Мне кажется, уже цепочка начала портиться. Так, и что я тут уже ей успела? Все серьги поприхватывать. В общем, вот такая лисичка. И вот мне кажется, уже шнурок можно избавляться. Лисичку делать просто каким-нибудь, ну, как типа подвеска на сумку, например. А такую цепочку я носить уже не буду. Все. Это она вот пока лежала, потемнела. Вот, так что я думаю, что это станет подвеской теперь. Жалко. Ну, не страшно. Раз не ношу, значит, не сильно и жалко. Так, это тоже мы закрываем. И в последнем ящике что? Вот, 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 вот. Я на нее чик заказывала, убрала и забыла. Посмотрите, какой котик. То есть вот это я тоже достаю, потому что это не надо забывать. Все остальное нет. Больше меня ничего не интересует. И получается вот эти серьги. Вот эта подвесочка. Со мной остается. Ящик можно уже убирать на место. Вот такая и вот такой листик. Вот. Что мы с вами нашли и оставляем. Ну и получается, мне нужно лезть куда-то. И даже, не знаю, мне уже прямо интересно, а куда я серьгу-то дела? Надо на диване искать. Видимо, Люся подцепила, потому что у меня вообще никаких вариантов нет с этой серьгой. Она сверху лежала. Получается, Люся вот. Сейчас найду, куда ее заныкали. Девочки, в принципе, все, что я вам хотела показать, это вот, как вы просили, поперебирать серьги, если я буду их выбирать еще, то вот. Вот мы с вами сколько добавили. Я думаю, теперь мне на лето точно этого хватит. Вот эти я две пары маме обратно уберу. Хотя мне в ее ящик вот почти год прошел, в сентябре будет год, но очень сложно мне касаться ее вещей. Это очень-очень еще больно. Вот, поэтому положу пока на место. Ну, а вот эту пошла искать. Ну, а с вами буду прощаться. Напишите, интересно ли было вот такое, как бы... Ну, что обещала, показала, да? Я думаю, интересно. Кто попросил, тому интересно. Раз интересно... Просили этот комодик показать, что я туда положу. Серьги, если буду доставать, ну, то вот показала. Всем хорошего настроения, прекрасной погоды. Говорят, что на следующей неделе начинаются уже дожди. Так что готовимся. Солнечные лучи ловим, если они еще у кого-то светят. Пишите, как ваша погода. У нас пока все жарко и хорошо, хотя сегодня так вот потемнело и, возможно, ночью будет дождик. Но это долгожданный дождь, пусть будет. Всем пока, до новых встреч!